всякое служение различное. На сегодня все по-другому. Ну, в таком случае, Вера, Ваня, я хотел бы звать вас. Сережа, Мальвина, вы тоже вместе уезжаете, можно сказать, в одно же время, да? Сюда проходите. Вот и пришло прощание. Конечно, сказать честно, нас вам жалко вас. Вы, наверное, к нам привыкли, мы привыкли к вам. Конечно, выражаем вам, особенно, ну и вам, молодые люди, у вас своя специфика, у вас своя задача, как бы, может быть, дальше Господь как-то устроит вашу жизнь, знаете, где вы будете, вот, вы же уезжаете в Сакраменто, насколько я понимаю, там какой-то церкви пристроитесь, вот. Там будете стараться делать то служение, которое необходимо вам делать в вашей жизни. Мария, пожалуйста, дай мне один этих. Но Вера, Ваня, пусть не будет Сережа с Мальвина сильно джайлос, это ваша папа-мама, за ваш труд, да, за ваши старания. Это о церкви. Вот. Мы выражаем вам сердечную благодарность. Вы знаете, очень хорошо правильно приезжать, поступать в церковь, и красиво уходить. Уходить с благословением, уходить правильно. Это действительно чудесно. Куда вы не приедете, всякие хорошие церквах обратно перезвонят, спросят. И тогда мы смело говорим, мы отпустили, мы благословили, мы помолились, пусть они трудятся, живут и радуются жизни. Для вас. Стих, который видите каждое воскресенье, это, я думаю, главный стих. И где вы не будете, служите любовью друг другу. Вы будете любить, и вас тоже будут любить. Поэтому, Сережа, и вам также. Наш логотип, который вот вы видите, церковный, я думаю, он хороший получился. Мы долго думали, что нам написать. Я думаю, хороший стих, любовью служите друг другу. Поэтому пусть Бог вас обильно, обильно благословит в вашей жизни. Ну, не знаю, Ваня уже обращался, я сегодня так говорил. Если вы что-то имеете на них, они давали вам время порассуждать. Похоже, если кто-то хотел нечто сделать, то вы уже сделали. А нет, в заключении, вот когда мы помолимся последней нашей молитвы сегодняшнего дня, вот, то подойдите, благословите их, пожмите им руку, пожелайте Божьей благословения, но еще я полагаю, и они что-то хотят спеть, ну и нагоже нам будет вам не спеть, вот это же будет так дальше. Поэтому приглашаю, давайте встанем для молитвы, благословим их. Отец Небесный, мы величаем Тебя. Отец Небесный, мы прославляем Тебя. Отец Небесный, мы хвалим и славим Тебя за все Твои милости, за все Твои щедроты. Прошли годы, в которых Ты дал возможность трудиться, петь, проповедовать, молиться, хвалить имя Твое. Ты благословил Ваню, Ты благословил Веру, Ты благословил их детей, Господи, Сережу, Мальвину. Мы благословляем их деток теперь. О, Господи, да будет милость Твоя и да будет Твое благословение. Храни их везде и всюду, Господи. Их дороги, когда они будут двигаться туда, церкви, которые будут служить, Боже, благослови Твоим великим благословением. Боже великий, мы все хотим прийти в Твое царство, Твою славу, Твое благословение. Имя Твое да будет возвеличено, имя Твое да будет прославлено. Тебе, Богу нашему, да будет слава, Тебе, Богу нашему, да будет хвала, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. И весь народ да скажет аминь. Пожалуйста, займите ваши места. Огромная благодарность вам. Но на праздник жатвы, в следующий раз, мы вас просим заранее, наша сцена будет скучать, ваши друзья, которые с вами украшали, будут скучать, мы ожидаем вас. Спасибо.
пожалуйста, ваша, конечно. Ваша песня, да? Перед тем, как, может быть, это, дайте мне пару минут, я просто хочу пожелание вам всем сказать и поощрить, чтобы Господь вас и надальше благословил. Это пожелание очень особое. В чем? Потому что, когда в нашей церкви случилась трагедия, беда, да, мы все молились, мы просили у Господа милости и помощи. Но хочу выделить один момент, что для меня было то, что вот сестра Валя Абрамович, она писала вот эти месседжи и просила народ молиться за брата. И когда этот месседж приходил, это просто был как голос глашатая для меня. Потому что я понимаю, что семья, двое детей, жена, и вдруг муж уходит и в таком состоянии. Это просто было как глашатай. Она несколько раз писала, и потому мое пожелание для всех вас. Будьте в Божьем уделе, и пусть Господь употребит вас на Его ниве, чтобы каждый исполнил ту волю Господа, которую Он предназначил для нас, чтобы мы исполнили это на земле, чтобы
именно Бог употребил так, чтобы это было видно, когда мы придем в Царство Господа нашего Иисуса Христа. Потому пусть Господь благословит всех вас, мы вас всех любим. И за эти все годы, конечно, мы привыкли, и оно для меня как бы более было даже неожиданным этот переезд, потому что в семье как бы я был один из тех, который не хотел переезжать. Но на этом так получилось, так согласился. И просто, знаете, как еще я скажу, что я был в одном месте, также с братом ездили, трудились. И когда мы уже разъезжались, и я говорю, давайте помолимся, мы все равно будем уже уезжать, ты в свой город, я в свой. Мы помолились, и Бог просто меня предупредил и сказал, говорит, что в недалеком будущем ты будешь оставлять эти места, я тебя уведу в другое место. И потому я как-то после того сильно задумался, но прошло очень короткое время в действительности, что недалекое будущее. Потому, когда если к вам Господь постучит и скажет вставать и уезжать, не сомневайтесь, это лично проговорил к вам Господь, потому что Бог много предупреждал. Я был и в Вашингтоне, я был в Орегоне, я был на молитвенных служениях, я был в Сакраменто, я был и здесь, в этих краях. И Бог везде предупреждал об одном и том же, что Бог будет выводить народ свой с этих мест. Не знаю куда, насколько каждого, я думаю, что может быть в середину Америки или как, но Господь, я верю, что Он постучит и поговорит с каждой душой. Главное, чтобы нам послушаться. Именно что, как бы 100% я как уезжаю, что вот что-то, какое-то бедствие или предчувствие, нет, не потому. Просто наши дети уже давно молились о том, чтобы мы переехали, и ихние желания, и многие друзья там, которые жили здесь, они уехали, они также молились, чтобы мы переехали. И, наверное, ихние желания также исполнилось. Потому пусть Господь вас благословит, мы вас всех любим. Спасибо. С Господом.